Конкурс «Дети читают стихи. Республика Дагестан. Республиканский центр дистанционного обучения. Магомедова Хадижа, 12 лет. Андрей Дементьев. Баллада о мать. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Из траншеи он рванулся в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили: «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино, и ждала, вот-вот, сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын.